Привет, друзья! Сегодня мы с вами очень быстро и просто приготовим творожные сырники с бананом. Разминаем вилкой банан. Банан в этом рецепте послужит отличным связующим и подсластителем. Спрыскиваю соком лимона, чтобы банан не потемнел. Добавляю творог. Творог лучше брать сухой. Я заранее слила лишнюю жидкость через марлю. Добавляю ванилин и щепотку соли. Добавляю сахар. Манную крупу. И растительное масло. Все хорошо перемешиваю. Оставляю на 20 минут тесто постоять, чтобы манная крупа набухла. После чего обваливаю в муке, формирую сырники. У меня получилось 10 сырников. Обжариваю сырники с двух сторон на среднем огне. Наши сырники готовы, выкладываю на бумажное полотенце. Сырники очень хороши со сметаной, вареньем, медом, все, что вы любите. Всем приятного аппетита! Друзья, я желаю всем всего самого доброго, самого вкусного, удачного приготовления и до новых встреч! Всем пока-пока!